Мы с опаской поглядываем на сырые яйца, опасаясь сальмонеллеза, и поступаем неправильно, так как сами свежие яйца от здоровых кур не содержат бактерий. Однако на них могут попасть частицы помета курицы. Через некоторое время, от 5 часов до 5 суток, бактерии проникают через скорлупу внутрь яйца и инфицируют его. Поэтому яйца дезинфицируют на производстве. Кроме того, не помешает вымыть их водой с мылом непосредственно перед использованием. Определить свежесть яиц можно по дате на скорлупе или воспользовавшись нашим лайфхаком. Это отнимет буквально пару минут. Чем свежее яйца, тем меньше вероятность того, что в них успели расплодиться бактерии. Поэтому покупать нужно только те, которые хранятся в холодильнике. Яйца должны быть чистыми, без вмятин и трещин, без следов крови и других жидкостей. В любом случае, мы не рекомендуем использовать для коктейлей сырые яйца старше 1 недели.